Во всех школах столицы Чувашии прошли выпускные балы. Аттестаты о среднем образовании получили больше 6 тысяч школьников. Большинство из них уже сделали свой выбор и знают, куда будут поступать. С учениками столичного лицея номер 4 встретилась наша съемочная группа. Момент, который уже никогда не повторится. Фотография на память в школьных стенах. Близкие друзья, одноклассники пока еще рядом. За порогом новая взрослая жизнь. 49 выпускников лицея получили аттестаты. Среди них 9 медалистов. Софья Корсакова в их числе. На самом деле сегодня мне очень волнительно. Я вообще не верю в то, что я уже заканчиваю эту школу. Лицей мне дал очень много, так как здесь просто очень хорошие, профессиональные, добрые учителя, которые всегда помогут. Я планирую, конечно же, поехать в Москву и поступить в какой-нибудь престижный вуз, например, там РАНХИКС, либо экономический университет имени Плеханова, например. Хорошие оценки в аттестатах не даются просто так. Воли и характера этим ребятам не занимать. К цели получить высшее образование они идут осознанно. Все школьные годы рядом с ними были педагоги и родители. Я очень рада, я очень горда. Переживали очень много, но все-таки все позади. Да, мечтать не могла, что у меня точно золотую медаль школы закончит. Очень рада. Михаил Игнатьев поблагодарил учителей и родителей. Без их поддержки добиваться больших успехов было бы сложнее. Вместе с директором лицея Натальей Коноваловой он вручил лучшим выпускникам золотые медали и аттестаты с отличием. Школьные годы остались позади, но в памяти будут храниться их лучшие моменты.